Есть. Это не крупное, похоже. Ну точно. Протокольный. Вот это да. Соизмеримый с приманкой. Давай. Вали отсюда. Друзья, всем привет. И вот уже, можно сказать, по традиции на сегодняшней рыбалке я решил сначала поймать рыбу, а потом, так сказать, с вами поприветствоваться. И что-то этот процесс поимки рыбы у нас затянулся. Порядка уже 2 часов находимся на водоеме. А находимся мы сегодня на Волгоградском водохранилище. И все никак у нас не удавалось разловить этот водоем. Здесь опять-таки получается первый лед. При этом, если у нас не очень хорошо клевало, то товарищ поймал уже судачков. Долго-долго я подбирал приманку, и вот сейчас поставил 110-й Wagner VIP в таком золотом окрасе. И вот он первый. Конечно, небольшой, это спорить не буду, но, так сказать, начало положено. Будем надеяться дальше больше, получится у нас что-то поймать покрупнее. Ну, раз вы это смотрите, значит, что-то у нас из этого получилось. Так что усаживайтесь поудобней, погнали рыбачить. А тем временем кто-то уже опять интересуется нашим ратлином. Опа! Был удар.
Что-то Денис там тоже руками машет. Что такое? Где рыба? Рыба там, внизу есть. И внизу есть, я знаю. И вниз-вниз опускаешься, а он притормаживает. Начинаешь опять поднимать его вверх, он идет, опускается. И, короче, его... Короче, такие качели 2 минуты, да? Качели, да, весь день. Весь день, да. Блин, ну у меня хоть настроение чуть поднялось. Я поймал вот сейчас одного хоть. Не, ну, понятное дело, что по рыбе там и... руки, как говорится, рыбой запачкали, но надо... Ну, надо результат закрепить, да? Да. Так, еще, ладно. Еще не вечер. Еще не вечер, согласен. Да. Идем искать дальше. Здесь рыба сразу стоит в лунке уже. Ждет меня, когда я ей поднесу свой вип. Все замерзло что-то. Я вообще не мог увидеть свою приманку, а он ее сразу ударил. Ё-моё! Долбанный холод. Опять меня рыба там ждет. Вон она плавает. Так вот что-то ловиться не хочет. Жирненькая. Может поймаем? А вдруг поймаем? Поймали. Ой-ой, фрикцион прокручивается. Охренеть. Хорошее. Очень хорошее что-то. Только не сойди. Только не сойди. Тише. 19 метров, ребят, выкручиваю. Только не сойди. Глаза на выкате, в лунку не лезет, но она, конечно, подмерзшая. Вот она. Ну, наконец-таки, ё-моё, ребят, свершилось, свершилось. Это уже, наверное, по счету, я не знаю, какая, 4-я или 5-я лунка, в которую я опускаю эхолот и вижу, что стоит рыба. Но, к сожалению, в тех случаях она не клюет. Одна поклевка была, но ее я слил. А тут все получилось. А, на солнышке какой переливается, желтенький. Из-за перепада давления у рыбы вылазят глаза. Но по тому, как она сопротивлялась, я сразу понимал, что мы ее заберем. А раз мы ее заберем, значит, можно тащить быстро. Блин, вообще классно, такая уверенная за килоха, может быть даже кило 200-300. Сейчас мы еще поймаем.
может быть. Может быть. Блин, чё я сразу этот вип не поставил? Ну, катушка прям с фрикциончиком, все как положено. Катушка у нас, кстати, Relax Frozen. И удочка тоже Relax Frozen. Такой вот комплект. О. Кстати говоря, перед тем, как поймать этого судака, я помню, я ударил по дну. Хотя раньше у меня было четкое убеждение, что по дну лучше не стучать при ловле судака. В этот раз не сработала эта теория. Да, вообще, конечно, сегодня трудовая рыбалка. Я не знаю, прям далеко не первый лед, как будто бы. Хотя на самом деле первый лед, первые дни, когда люди выходят сюда. То есть, в принципе, рыба не буренная, не тронутая. Но капризная, капризная. Возможно, это, скорее всего, связано с тем, что у нас сегодня последний день, когда минусовая температура. Дальше пойдут плюса, и, скорее всего, здесь все растает. Причем синоптики обещают плюсовую температуру чуть ли не целый месяц, там, почти до конца января. Но я очень сильно надеюсь, что они поменяют свои показания, как они это часто делают. А там посмотрим, там посмотрим. Ладно, не клюет, пойдемте дальше. Похоже, ребят, ко мне приплыл тот самый судак, который делал мозги Денису. Сейчас он уже на дно ушел. Сейчас, может быть, поддернем. Ну, я до этого, собственно говоря, снимал. И вот такое вот продолжалось уже минуты две. С самого начала он взлетел прям нереально. Я думаю, ну все, сейчас. Нифига. И вот качаю. А он ни в какую не хочет клевать. Судак, тудак.
Ну что, друзья мои, мы упирались как могли. Причин на бесклёвие такое у нас много, но по факту реально поклёвок можно по пальцам одной руки пересчитать. Тем не менее, своё поймали. Денис, кстати, неплохо подловил. Вот у него тут лежит. Ага. Пару зачетных есть судачков. И Бершин где-то, да, еще был? Бершин. Выпустил? Да. А, молодец. Ну, небольшой. Да, не голодаю. Ну а чтобы данное видео не было таким печальным и грустным, мы его разбавим рубрикой «Рыбацкая кухня» вместе с Татьяной. Ну что, привет, ребята! На предыдущем нашем видео мы с Женей заметили ваши положительные отклики на нашу рыбацкую кухню. Мне очень приятно, спасибо большое, и поэтому рыбацкой кухне быть. Все, кто не хотели, заходите. Мы решили сегодня с Жекой сделать заготовки. Как говорит Жекал, лучше поздно, чем никогда. Поэтому для зимы мы решили сделать. Не скажу что, расскажу из чего. Значит, мы взяли свинину. Жека ее специально крупно нарезал. Мясо выбирали с жирочком. Специально, чтобы бульончик был понаваристее, посытнее. Лук мы нарезали специально помельче. Это тоже тайна рецепта. Еще нам понадобится перец черный горошком. И обязательно ожерелье из лаврового листа. Не ожерельем нельзя. И, конечно же, белая соль поваренная. Ну что, тогда ингредиенты все озвучила? Погнали готовить! Ну что, баночки мы закатали, и можно приступать непосредственно уже к изготовлению продукта. И как вы все поняли, по нашим ингредиентам готовить мы что будем? Все вместе? Тушенку! Все правильно. Но сами тушенку мы потушить не можем, поэтому у нас есть товарищ. Это автоклав, с помощью него мы сегодня будем готовить тушенку. Наш автоклав, его зовут Вейн 2. Он изготовлен из стали. Сталь очень прочная, матовая. За счет этого на ней нет отпечатков. И можно ее не бояться поцарапать. Ну, наверное, важно еще сказать про комплектацию. Что пришло с ним? Пришел сам автоклав. Также в комплекте было вот такие две поставки. Это фальш-дно, благодаря которому будут располагаться наши банки в автоклаве. Ну, и самое интересное, и самое, так сказать, наукоемкое. Это новая крышка. Крышка. На ней располагаются датчики. Первый датчик — это датчик давления.
Второй датчик – это температурный датчик. И также здесь есть автоматический клапан сброса давления. Благодаря этому клапану автоклав всегда находится в рабочем давлении. И есть страховочный клапан, который также можно воспользоваться в случае повышения давления и несработки автоматического клапана. Но основной изюминкой автоклава, мы с Жекой уже не один попробовали, толк в них знаем, является не только крышка, но и способ крепления крышки к автоклаву. Он очень простой, даже для таких людей, как я. Вы просто ставите крышку в пазы, после чего проворачиваете крышку, и автоклав у вас закрыт. И не нужно никаких гаек, вот этих вот барашков на барашков. Все, ставили, повернули. Все, все как по маслу. Ну что, загружаемся? Загружаемся. Ну что, свинятинку нашу загрузили в наш вейн. Смотрите, у нас он 30-литровый, и мы туда погрузили 8 банок. А вообще туда помещается 20 банок. Также есть 48 литров, и туда можно 40 банок поместить. И еще интересный, кстати, момент, что можно готовить на всех видах плит, кроме индукционной. То есть газовый, электрический, все подойдет. Все, наш новенький автоклав сейчас начнет пахать. Все. Первый пуск! Все, жара пошла. Примерно нам на приготовление понадобится около часа, так как мы готовим на пару. Значит, наш аппарат остыл до комнатной температуры. Датчики показывают 23 градуса. А это значит, что мы можем туда заглядывать. Посмотрим, что получилось. Интересно. Нам тоже. Так, легким движением руки поворачиваем. До заветного щелчка. Дарм. Проверяем, все ли на месте. Все на месте. Интересно? Запускаем щуп. И показываем, что получилось. Получилась вот такая вот наваристая тушеночка. Здесь уже образуется слой жирка. Очень удобно брать на рыбалку. Порционально на двоих достаточно. 500 грамм вскрыли, подогрели. И знаем, что здесь настоящее мясо, а не рога и копыта. Да? Ну, надеемся, что будет вкусно. Я уверена, тут же моей рукой все было приготовлено. Ну а вообще, если захотите тоже попробовать и воспользоваться таким аппаратом, нашим вейном, он будет ваш. А ссылочка будет в описании, и мы вам приготовили небольшой подарочек, это промокод. Так что это будет отличным подарком на Новый год и на все предстоящие праздники. Скидка будет 3%. Раз, два, три. В описании. Ну а что, мы тогда с вами прощаемся в нашей рубрике «Быть». Спасибо всем большое за поддержку. Пока-пока! Пока-пока.